Всем привет! Сегодня у нас на обзоре Big Lunch с натуральным мясом, картофельное пюре с соусом, с кусочками куриного филе. Ну так, что, начнем открывать? Что же у нас внутри? Внутри у нас пакетик с пюре, ложка. Пакетик консервы, мясо раствори, мясо растительное, стерилизованное. Вот такой этикет для людей. Так, способ приготовления частично. Отогните крышку, достаньте ложку и пакет с мясо растительными консервами. Выложите содержимое пакетика с картофельным пюре в лоток и залейте 30 мл кипящей воды или 3 см от верхнего края лотка. Тщательно перемешайте, накройте крышку сверху, положите пакет с мясо растительными консервами, подождите 3 минуты, выложите содержимое пакета в мясо. Ну что, попробуем сделать. Что у нас там такое? Кусочки овощей сушеные, лук. Что-то. Я думаю, этого достаточно. Перемешиваемся тщательно. Накрываем крышкой. Так вот, кладем сверху пакет. Ждем 3 минуты. Прошло 3 минуты, и смотри, что у нас получилось. Салат крабовый. А, нет. Еще нужно подождать минуты 2. Завершились 3 минуты, пакетик стал тепленький. Сейчас будем добавлять его в картошку. Очень похоже на китикет. Бульончик с мясом. Содержимое пакетика, кусочек мяса. Выглядит достаточно все аппетитно. Ну что, попробуем? Вкусно! Всем приятного аппетита! Это был Big Lunch. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.